Всем привет! А у нас сегодня на обзоре жесткий диск размером 2,5. Давайте начнем, как всегда, с поставки. Упакован он у нас в защитную, не пленку, а защитный пакет. Да? Это будет у нас защитный пакет. Открываем аккуратненько и наблюдаем, что у нас здесь есть. Специальный силикагель, который забирает влагу. Достаем отсюда. Конечно, не получилось мне аккуратно его достать. У нас здесь есть специальная, ну, это, скорее всего, для магазина наклеечка. Обратная сторона нашего жесткого диска – плата. Есть разъемы. Ну, в общем, в принципе, как всегда, все стандартно. Так, передняя верхняя часть нашего жесткого диска – металлическая защита внутренностей и, конечно же, наклейка. Фирма-производитель. У меня даже, смотрите, есть специальные ножнички. Фирма-производитель. Сколько потребляет, какой объем, какая скорость. 1 терабайт, 5400, скорость вращения, 5 вольт. Так, SATA 3.0. Скорее всего, это прошивка 7J0. Так, ну и собран у нас, произведен в ноябре 2017 года. Это небольшой жесткий диск. Данный жесткий диск подойдет для ноутбуков, компьютеров. Ну и, конечно же, здесь написано, что нельзя с ним обращаться как-то неподобающе. Надо с ним обращаться аккуратно. Ну что, давайте теперь начнем тестирование нашего жесткого диска. Подключаем его к компьютеру. Я подключил наш жесткий диск к компьютеру, но компьютер его не увидел. Если зайти в мой компьютер, то вы не увидите своего жесткого диска. Для этого необходимо зайти, прощелкнуть правой кнопкой мышки «Управление» на моем компьютере и выбрать «Управление дисками». Здесь же вот как раз вы увидите свой жесткий диск, новый жесткий диск. Он вот он. Мы создаем простой том. Далее. Готово. Ну, если вам необходимо будет что-то сделать, посмотрите. Все, наш жесткий диск новый, он готов. И как мы видим, емкость у него 1 терабайт, это 931 гигабайт. Свободно 100%. Приступим теперь к тестированию. Первая программа для тестирования – мы выберем, это у нас будет, ну давайте, диск Mark 6 серии. Выбираем, что мы будем тестировать. Так, ну давайте два раза, по 1 гигабайту. Поехали. Смотрим, сколько нам выдаст данная программа. Ну, подождем, в принципе. Ну что, результат у нас следующий. Честно говоря, он меня не очень впечатляет, но, возможно, это просто такая модель. Хорошо, переступим к следующему тесту. Следующий тест, он создан для SSD дисков, но давайте проверим и наш диск. Следующий тест мы смотрим также через другую программу, как я уже говорил, она создана специально для SSD, но ей можно и проверить и обычный жесткий диск. Результат, опять же, подтверждается, скорость не выше 100 мегабайт в секунду. Ну, честно говоря, слабенько, конечно. С помощью этой программы вы можете увидеть состояние жесткого диска, какие возможности имеет ваш жесткий диск, какие инструкции прописаны, модель, прошивка, скорость вращения буфера обмена, число включений, атрибуты и в каких значениях находятся ваши атрибуты. Данный жесткий диск был куплен на сайте Online Trade. Его технические, точнее не технические, а
После тестирования, конечно, жесткий диск показал себя с не очень хорошей стороны, и рекомендовать к покупке я бы, наверное, его не стал бы. Спасибо большое за внимание, всем пока.